Очередную кражу по горячим следам раскрыли полицейские в Жамбулской области. В областной мечети Хибатулла ат-Тарази во время молитвы неизвестное лицо, воспользовавшись отвлеченностью присутствующих, украл из кармана куртки 45-летнего жителя города Тараз телефон стоимостью 250 тысяч тенге, у его 29-летнего друга стоимостью 570 тысяч тенге. Следственно-оперативной группой установлен и задержан ранее судимый 34-летний житель города Тараз. Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Это кража. Как показывает практика, большинство любителей легкой наживы промышляют в местах массового скопления людей, в частности в мечетях, общественном транспорте, торговых центрах. Так, за 9 месяцев зарегистрировано 836 фактов краж. Это почти что на 34,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, количество краж сотовых телефонов уменьшилось на 41,7%. Полиция призывает граждан быть бдительными в местах общественного скопления, помня об опасности карманных краж.